Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня солим рыжики. Были в лесу и набрали 2 корзины рыжиков. Сейчас я их помою как следует. Будем их заготавливать горячим способом. Я их отварю, потому что хоть и рекомендуют, что рыжики, и все смеются, что рыжики не отваривают. Но я все-таки отварю, чтобы, во-первых, эту горечь первую убрать буквально 5 минут после закипания. Сейчас наша задача их как следует перемыть. Вот я уже начала мыть. Вот такие вот красавцы. Ну вот один крупный, я его разрежу, а все остальные, наверное, буду целыми солить. У меня есть пластмассовая ведерко. Я в нем буду солить. Но сейчас пока помою. Перемыла я все грибочки. Мою я под проточной водой. Хорошо она отмывается, немножко откисает. И все, ножичком аккуратненько снимаем все эти иголочки и то, что принесли с леса. Значит, вот у меня здесь 6 килограмм сырых грибов. На каждый килограмм мы положим 50 грамм соли. Но это уже потом, когда будем укладывать уже в емкость. Сейчас я отварю просто в простой воде, чтобы они отдали свою горечь. Ну и обмоем все это вот то, что не домыли. Варю я их в большой кастрюле. Сейчас накрою крышкой и подожду, пока вода закипит. Вода была уже кипящая. Повторяю, что она не соленая, просто в простой воде. Пока наши грибочки закипают, значит, что я приготовила? Это у меня сушеный укропчик порезанный. Значит, на каждый килограмм я взяла одну головочку, так и небольшой, чесночка. Значит, 300 грамм соли, как я и говорила, на каждый килограмм, у меня там 6 килограмм было, 50 грамм соли. Ну и здесь листья смородины и хреновые листья, это я положу на дно и сверху укрою. Засаливать я буду в таком полиэтиленовом ведерке пищевом. Значит, я его обдала кипятком и содой, оно мне пропарилось хорошо. Вот, все, значит, на дно я выложила уже специи. Это хрен, кинула немножко укропчика, сейчас немножко чесночка. Все, грибы у меня уже остывают и буду раскладывать. Грибы кладем шляпками вниз. Ну, сейчас буду делать, покажу. Уложила вот я один ряд, ну и сейчас буду укладывать все специи сверху и, соответственно, присаливать. Вот, разложила специи и посолила. Ну и так каждый ряд, пока все мои рыжики не заполнятся. Вот они вот такие вот хорошенькие. Единственное, что мне кажется, надо было немножко меньше. Не ждать, чтобы они закипели, еще 5 минут покипели, потому что, мне кажется, они немножко как бы переваренные, что их надо, наверное, просто бланшировать. Ну, в следующий раз еще попробуем и так. Уложила я все свои грибочки. Сверху там была немножко водичка оставалась. Я тоже все туда вылила. Но сверху у меня получились меленькие. И сейчас я уложу вверх хреновыми листьями. Единственное, что вам не сказала, что я перчик горошек кидала. Вот. И сейчас несколько гвоздичек. Это для того, чтобы не образовывалась плесень. Вот. Значит, сейчас уложу еще хреновыми листьями, как я и сказала. Вот у меня такая тарелочка. Я так думаю, что она как раз нормально накроется. И поставлю гнет, ну, наверное, 3-литровый баллончик с водой. Вот. И спущу в подвал. Положила я тарелку и поставила 3-литровый баллончик с водой. Сейчас еще, наверное, марлечкой вокруг обвяжу. И в подвал. Будем ждать, но это не меньше месяца полтора. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Всегда с вами Марина Матвеева.